В этом видео буду ремонтировать ноутбук Hewlett Packard. У меня здесь петля сломалась и при открывании и закрывании телепается. Петлю с этой стороны все хорошо, вот должно быть плотненько. И при открывании и при закрывании здесь ничего не должно болтаться. По сути, сейчас он держится только на одном креплении. Чтобы его разобрать, и ноутбук, мы должны узнать его модель. У меня, к примеру, здесь модель Pavilion G7. Это у меня ноутбук большой. Диагональ экрана 17,3. Если в сантиметрах, это 44 сантиметра. И еще можно посмотреть модель ноутбука, если вы не знаете, под крышкой, вот здесь, под батареей. Если вы не знаете точно модель, то тут некоторые ноутбуки по-разному разбираются. Вот написано модель G7-2228ER. Разбираем видимые болтики, снимаем поддон и добираемся здесь до петли. И по возможности запоминаем, какие откуда болты, потому что бывает такое, что некоторые длиннее, некоторые короче. Сразу готовим емкость, куда мы будем складывать. И сортируем по этажам. Ну, так можно сказать. Допустим, если у нас здесь крышка и батарея, значит, мы складываем все отсюда. Когда доберемся вовнутрь, лучше взять вторую баночку и складывать все, что внутри, во вторую баночку. Потому что бывает такое, что остаются лишние запчасти, болты, а это нам не надо. Этот винт полностью не выкручивается. Теперь поддеваем на себя крышку, дергаем. И вот этот болт у нас зафиксирован здесь, такой крепежный. Откладываем в сторону. И откручиваем еще два здесь болтика, которые обязательно надо выкрутить, чтобы снять крышку. Здесь смотрю, пыли кусок, прям шарик такой собрался. Следующие винты здесь раскручиваем. Здесь винт. Еще один. Еще здесь. Здесь выкручено, достаем CD. Вот у меня вот этот болтик маленький, он из этой дырочки, я запомню. А вот это все такие болты, поэтому у меня уже вторая коробочка. Я знаю, что вот эти внутренние все идут отсюда, и маленький болт отсюда, чтобы не ошибиться. Жесткий диск, чтобы отключить, можно потянуть за эту штуку, отключить его и вытянуть его. Платы памяти оперативной снимаются, два зажима здесь, я тоже вынимать не буду. И вот здесь клемник снимается для батареи питания, это трогать не буду, переворачиваю на другую сторону. С помощью чего-либо тонкого, вот допустим, я взял канцелярский нож, очень тонкий, и здесь запускаем и находим внутри такие крепления, которые держат клавиатуру. Поддеваем и на себя толкаем, чтобы снять с этих зажимов. Извлекаем клавиатуру. Отключаем шлейф. Шлейф так вверх поднимается и выпускает. Откручиваем 4 шурупа затем. Эти болты я уже в третью коробку кладу. Отключим два шлейфа и один здесь разъем фишка. Чтобы его отключить, просто вверх приподнимаем и потянули на себя. Есть, отключен. Второй приподнимаем здесь черный на себя. Есть, а здесь фишечка просто вынимается. И теперь здесь у нас зажимы с боков остались. Потихоньку их
приподнимаем и защелки снимаем, чтобы снять верхнюю крышку. Она уже полностью откручена. Можно, чтобы не поцарапать, чем-нибудь мягким, типа медиатора. У нас сломана вот эта часть. Вот видно, как здесь вырвана вот эта петля. Из-за того, что вовремя не сделал, все откладывал на потом, вырвала болт, который крепится к поддону. Сейчас буду думать, как это все закрепить. Здесь видно, как вот эти два болта вырваны из поддона. И тут разломаны эти крепления. С другой стороны то же самое, я смотрю. Вот эта петля выскакивает. И вот эти, куда вставляются вот эти два болта. Вот здесь у нас все разболтано. Разломано. Тут желательно, конечно, поменять уже поддон сам. Ноутбуку лет 9 уже. Из-за того, что мы открываем-закрываем, петли достаточно тугие. И эта вся нагрузка ложится на вот эти пластиковые элементы. Поломка петли произошла потому, что я здесь поменял вот эту гайку на болт большего диаметра. И когда отдавал ноутбук в ремонт, мне его чистили внутри, то они сюда потом крутили обычный болтик, а я не видел этого. А он здесь тоненький, тоньше, и не выпал, непонятно почему. И, соответственно, этот угол у меня был не закреплен. И со временем, несколько лет прошло, петля здесь разорвалась из-за того, что эта петля послабла, то, соответственно, и вторая петля тоже раздолбалась, так как на нее двойная нагрузка идет. Поэтому надо быть внимательным, смотреть. Я еще думал, как они открутят, как они сделают, но проверил, все нормально. Только не глянул, что болтик другой. Из-за того, что не была закреплена планочка, у меня получилось две петли вырвано. Теперь надо будет ремонтировать. Ну, сделаем насквозь. Пройдем насквозь болтиком снизу. Поддон менять не хочу. Ноутбук старый, не для того, что, ну, не стоит этих денег, чтобы менять здесь поддон. Он где-то 500-800 гривен будет стоить этот поддон. Насквозь сделаю, прикручу петли более толще болтиком. Чуть-чуть рассверлю здесь отверстие, чтобы хорошо ходил болт, и гайку сверху. Внутри будут гайки, снаружи будет такая головка. Ничего страшного, будет хорошо держать, все будет нормально. Даже будет лучше, чем вот эти пластиковые штуки, когда будет насквозь болтом притянуто. Пошел в строительный магазин, взял таких болтов разной длины. Вот здесь просверлил насквозь вот эти наши, которые были зажимы старые. И так как даже под рукой не было дрели сейчас в другом месте, то руками в пластмасске так вот проковырял вот эти 4 отверстия за 10 минут и на второй петле тоже. Насквозь просверлил. В магазине не было для 3-миллиметровых болтов поменьше шайбы. Четверка. Ну, нормально. Площадь больше будет. Теперь надеваем петли металлические сюда. И еще сейчас клеем, суперклеем, проклею там, где вот эти хлопья так телепаются, чтобы укрепить. К примеру, вот на вот этой правой петле вот этот узел раздолбанный. Сейчас я его подклею суперклеем гелевым и укреплю, чтобы уже было больше опора, лучше. Вот такой мне суперклей нравится. Фиксатор гель. Хорошо клеит. Тут надо, чтобы не попало на болтик клей. Потом не выкрутишь, если надо будет разобрать. Поэтому сильно здесь жирно не мажем, а так, чтобы пластмасски эти укрепить. Поддон менять не хочется, продавать не планирую. Еще, когда прикрутил гаечки, капну вокруг гаечки клей, чтобы
гайка зафиксировалась, если захочу потом подтянуть снаружи, чтобы гайки не прокручивались. И когда, в принципе, все закручено, можно еще сверху, если, допустим, это все точно, одну капельку прикрутить, прикрепить, чтобы болты не раскручивались. Снаружи получается, конечно, так себе. Вот с одной стороны ножку здесь сейчас поставлю, и с другой стороны. Проверяем, чтобы помещалась верхняя крышка. Отлично, гайки не мешают. Прикрутим. Все будет нормально. Здесь тоже будет плотненько. Прикручиваем. Вставляем шлейфы наши. Сюда подсовываем. И зафиксировать. Второй точно так же вставляем под низ. Зафиксировать. Есть. Защелки защелкиваем. Закручиваем 4 болта. Подтянем, вставляем клавиатуру, подключаем сначала шлейф, не спешим, проверяем, чтобы все стало на место. Вставляем в пазы нижние сначала и в верхние защелки защелкиваем. Порядок. Переворачиваем ноутбук на другую сторону. И в обратном порядке дальше закручиваем. Вот винтики у меня с этого яруса. И все закручиваем. Остался маленький болтик, и мы говорили, что здесь маленький, значит, я ошибся. Достаем большой и сюда вкрутим маленький. Вставляем CD. И вот в эту дырку вкручиваем последний болт. Удобно, когда баночки разные. Теперь увидел ошибку, исправил сразу. И мы знаем, что я знаю, что собрал все полностью, как и было. Крышку вставляем. Пазы вперед двигаем. Закручиваем. Теперь следующие болты, которые у нас по корпусу идут. Прицепил обычный магнит к отвертке. Стало удобнее прикручивать. Болтики не спадают, потому что отвертка не намагничена. Ей не очень удобно работать. Подсунул, ставил сюда резинку. В принципе, не сильно обязательно, потому что все равно потом заделывать скотчем. Ставим батарею обратно.
Пару дней с ноутбуком походил, петли работают хорошо, все держится. Чтобы немного убрать вот эти шляпки, сточу напильником, чтобы не царапало стол, будет чуть ниже, как раз на ножках будет. И в принципе можно поменять поддон нижний, гривен 300-500 стоит бэушный в хорошем состоянии, ну в нормальном таком, целые вот эти места под петли и корпус не поломанный. Новый где-то около 1000 гривен будет стоить поддон. Сточим. Шляпки болтов постачивал, обезжирим спиртом и заклеим. Изолента у меня черная, клеится хорошо, чтобы так особо в глаза не бросалось. Получилось не очень красиво, зато надежно. И потом в случае необходимости поменяю поддон. Все, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. С вами был Жигулев Алексей. Пока!